Так, все корычневое, бежевое, саморезы есть. И уголки, да? Сырковенькие, да? А накладная есть? Нет, ничего не давало. Тики моя есть. Получается этот зеленый на кровлю, коричневый на бойню пойдет такой, и два листа бежевых, что не хватило нам на внутрянку, тоже привезли. Ну а то коньки и торцевая рейка, тоже зеленая на крышу. Значит, по профлисту вот этот квадрат получается 109 гривен квадратный метр. Коричневый лист 170 гривен лист. Один. И тут, по-моему, 225. То есть за все это, за вот этот весь металл, за саморезы, три листа USB, я заплатил 25 тысяч гривен. 24, там 880. Ну, короче, 25 тысяч гривен. То есть эти 25 тысяч гривен доплюсовываем до тех, которые уже у нас в расходе на сарай. У нас там, я не помню сколько, 1065-70. Ну, то есть доплюсовываем 25. И остается у нас клетки, металл на клетке и сама заливка. Вот сделали такие короба на вытяжку. Вот такие коробочки. Три штуки, три короба будет у нас по сараю. Три короба вытяжки. Размер получается... Санька, дай рулетку. Санька в кабинете уже сидит.
Размер получается одного короба 63 на 62. Ну, короче, 63 на 63 размеры. 63 на 62. Высота 1,25 м. Ну, нам тут хватает, грубо говоря, 90 сантиметров вот этой перемычки от потолка до верху, до крыши. А там уже, если надо, ну, мы посмотрим по факту, если что, нарастим выше. И также нам бонусом попалось, потому что мы много заказываем то дерево, то того, то того, то профлиста, бонусом попалась такая тачечка. Это будет новая тачка, соберем, будет новая тачка в новый сарай. Вот такая тачушка. Хорошее колесико на подшипничках с камерой. Поэтому вот супер-пупер. На три поставлю, да? Да, на три штуки нормально будет. Ну вот, усилием вот таким образом внизу и вверху тоже она прикрученная. И чуть-чуть с центра сместили на 30 сантиметров сюда в бок, чтобы не нарушать коньковые вот те две обрешетины, то есть две шалевки, не нарушать, чтобы конек тоже держало, сместили на одну. И профлист не надо будет эту сторону, этот скат резать под вытяжки, а именно только одну сторону вырежем профлист. Это будет нормально, чтобы не нарушать, не резать. Вот таким образом у нас получается вытяжки будут 60 на 60. А внутри стекловата из толстой фольгой алюминиевой. Об объем для утеплителя и чтобы не впитывала в себя сырость в USB. И будет работать хорошо. Или можешь два. Нет, дай сначала цель закрутить и пробить. Давай нам по.
Провилом выравниваем для потолка. Это у нас потолок будет. Ага, выше чуть-чуть. Да. Сейчас я подойду провилу и выравниваю. Чи по центру коробку, щоб... Ну, чуть-чуть смістили ми їх, да. Бо невдобно. Може, ніяк. Так, бомба. Все? Ну вот, вот так получается. Чуть-чуть сместили сюда, получается, на 30 сантиметров, чтобы эту не нарушать. Вот такие вытяжки. Вот так оно все будет. Все, будем крыть крышу. Да, нарубь ее поставь, да. Ну да. Для усиления пойдет. Вот так они выглядят, три наших вытяжки, душники, вентиляция, вытяжка. Приток потом сделаем для вытяжки, нагнетатель какой-нибудь, если не будет справляться эти три вытяжки, то сделаем нагнетатель вот там внизу в торце. И будет нормально, я думаю. Будем пробовать кидать профлисты, прикручивать, укрывать крышу.